Всем привет. Обещанное видео по поводу подложки, которую я хотел выпустить. В моих руках лист пеноплексовой листовой подложки. Вот. И кусок подложки спиненного полистирола. По-моему, так он называется. Объясню о преимуществах и недостатках, ну, на мой взгляд, каждого из них. Значит, преимущество спененного полиэстирола, вот этой подложки, так называемой рулонной, заключается в том, что она дешевая. Вот, дешевая и практически доступна в любом магазине, даже сельском. Вот, потому что ее модификаций разных очень много. Есть со светоотражающим эффектом, фольгой. Вот, очень легкая она и доступная. Вот. Один очень серьезный недостаток ее заключается в том, что когда вы кладете ламинат, и если пол имеет неровности, а он всегда имеет неровности даже при заливке его наливным полом, то вот этот материал имеет свойство вот так вот подниматься. То есть вы вот кладете с этой стороны, как бы вам показать. То есть вы кладете ламинат на пол, значит, и периодически с каждым рядом у вас вот здесь может образовываться вот, вот такая вот волна. Впоследствии, если есть где-то неровности, то эта волна может образовывать так называемые пазухи, из-за которых ламинат начинает гулять. И впоследствии это может сказаться на износе его замков. Ну, может быть, для кого-то это несущественно, потому что ламинат по-любому имеет какую-то, ну, динамику вот этой вот игры из-за неровностей на полу, базовом полу. Но что можно сказать о пеноплексе, то пеноплекс в этом плане он более стабилен. Вот в данном случае у меня лист пеноплекса, который, если вы видите, он испещрен вот такими полосами, и у него нет вот этой вот волнообразной структуры, тем более в зависимости от того, как вы ложите ламинат, в какую сторону, то есть вы можете положить как вдоль, так и поперек вот этим термополосом. Вот есть еще вариант для теплого пола, он в дырочках весь. И большой плюс вот именно этого материала тем, что он плотнее и он более стабилен в плане механических всех изменений. То есть когда вы будете класть на него что-то, то есть вот вы кладете, например, там тот же ламинат или хотите подстелить его под линолеум для того, чтобы избежать каких-то, ну, термических воздействий, если у вас нет теплого пола, чтобы пол у вас не был холодный из ламината, из линолеума или кварц винила, то вот именно пеноплексовая подложка, она, ну, и как термоизолятор хороша, и в плане того, что она стабильнее. Я практикую укладку пеноплексовых подложек именно в случае, если идет ремонт. То есть когда мы скрываем чаще всего пол, чаще всего мы видим вот такую подложку, которая улежалась, устаканилась. И бывают клиенты, которые говорят: а давайте мы ее вторично используем. Вторично ее сложно будет использовать, потому что она уже приняла форму пола, на котором пролежал старый ламинат. Вот. И я в таких случаях именно использую именно вот эту подложку. Почему? Потому что она более стабильна. Вот. Она не дает вот этих вот деформаций при укладке. То есть она вроде как пытается подняться, но в итоге потом она ложится и выравнивается лучше, чем из спиненного полиэстирола. Вот, в принципе, единственная разница между одной подложкой и другой. Единственный минус очень такой, ну, который может быть для кого-то существенно, для кого-то нет, это укладка. То есть ее надо уложить, ее надо склеить скотчем малярным или специализированным клеем, не клеем, этим скотчем.
Вот. И на это уходит время. То есть рулонку вы растянули, клеить ничего не надо. Вот, то есть вы ее положили, вот, разложили и идете по ней. А с этими листами надо позаморачиваться, надо склеить их скотчем и, соответственно, ну, это время. Вот такая разница между одной подложкой и другой, вам выбирать. Она, естественно, пеноплексовая подложка, она дороже. Вот. И по времени укладки она чуть-чуть у вас забирает больше времени, чем, ну, по трудоемкости, чем вот рулон. Так что вам выбирать уже, чем пользоваться. Я, в общем-то, в принципе, с учетом моего опыта работы с ламинатом, больше склоняюсь к вот этой технологии, потому что она лучше справляется с мелкими неровностями пола. То есть в этом случае она стабильнее, чем пенополистироловая подложка, из-за того, что в пенополистироловой подложке игра вот эта вот по толщине более, ну, такая мягкая. То есть здесь постабильнее все-таки структура. Наличие, грубо говоря, той же толщины. Видите? Вот такая вот разница, друзья мои. Ставьте лайки или делитесь комментариями, что вы думаете по этому поводу. Может, у вас какие-то другие мнения есть на этот счет. Я говорил исключительно из того, что приходится переживать мне, когда я вкладываю ламинат на ту или на другую подложку.